В преддверии Международного женского дня во Дворце культуры шахтеров прошел праздничный концерт. Красочные номера и пожелания самого лучшего звучали со сцены в этот день. Зал был переполнен. Представительницы социальной сферы, Воркутауголь, культуры и образования приглашены на ежегодный праздничный концерт. Организаторы постарались на славу. Помимо ярких творческих номеров, в фойе работала ярмарка изделий ручной работы. Ведущие концерта приветствовали присутствующих дам, а некоторым подарили прекрасные розы. Одна из героинь этого мероприятия – Ольга Лезина. Много лет она работает в объединении «Воркутауголь». Праздник 8 марта считает особенно приятным. Кругом веселые лица. И видеть их – одно удовольствие. Не только женщин, но и мужчин, которые торопятся за подарками, хотят сделать приятное своим женщинам, любимым, мамам, сестрам, детям. Это очень приятно, и хотелось бы, чтобы было это не только в день 8 марта, но и ежедневно. С поздравительной речью выступил руководитель администрации Воркуты Евгений Шумейко. Он отметил особую роль уважения и любви, которые должны проявлять мужчины к слабому полу. Берегите наших любимых родных женщин, цените их и делайте для них все возможное и невозможное. Потому что женщина, наверное, без женщины-то и жизни на земле, да, конечно, бы ее не было. Прекрасные танцевальные и музыкальные номера стали еще одним подарком к празднику 8 марта. Александр Воеводин, Павел Корнев, ТВ-Гало, Воркута.